Ростов-ростовчане, друзья, всем большой-большой привет! Ну, согласитесь, все-таки солнце вышло, настроение стало намного-намного лучше. А вот если еще ударит мороз и пойдет снег, то вообще будет чудо чудесное. Ну, морозы-то в целом уже нагрянули, причем они у нас не только в ночные часы, но теперь и даже в дневные. А вот снега синоптики все-таки пока не прогнозируют. Но праздничная атмосфера уже ощущается в городе. Мне кажется, практически все декорации установили, и настроение создается особое. Кстати, про праздники. Если заглянуть в народный календарь, то на Руси в этот день отмечали Анфису рукодельницу. Считалось, что все девушки должны обязательно заниматься в этот день шитьем, вышиванием или что-то вязать или ткать. Считалось, что изделие защитит от сглаза и поможет вообще во всех делах. Ну, мне кажется, кстати, можно взять на заметку и связать, например, себе шапку, теплый шарф или варежки, потому что, поверьте, уже завтра и послезавтра они вам очень-очень пригодятся. Можно запастись кипятком и всюду брать с собой термос. Сами посудите, ночью минус 5, так еще и пасмурно, хотя без осадков. А к утру мороз только усилится, термометры покажут минус 9. Днем чуточку теплее, 7 градусов ниже нуля. При этом в небе будут и солнце, и облака, вдобавок еще и не сильный снег пойдет. Из неприятного – северо-западный ветер, который разгуляется до 6,5 метров в секунду, а порывы вообще будут достигать 13. Атмосферное давление будет расти на протяжении всего дня. Днем на барометрах 763 миллиметра ртутного столба. Вечером еще выше. Влажность ниже нормы – 57%. Магнитное поле снова неустойчивое. На этом у меня все. Увидимся в эфире и за окном. Пока-пока!